Все, пробую свой кораблик в условиях природы. Конечно, неудобно одной рукой. Ползет, ползет. Хорошо. Черный шлейф уже. Шлейфа много. Тяжечка какая хорошая, прям. И... Отлично. Отлично. Да. Весь кварц смыл. Одной рукой не получится. Но что хочу сказать, лоток работает и работает хорошо. Рекомендую, делайте, цена, как говорится, приемлемая. Эпоксидка, стеклоткань и все. И не надо вам никакие бешеные деньги платить за эти американские лотки.
Я так не вытяну одной рукой, поэтому, наверное, съемку я прекращаю. Лоток не тонет. Вставляю его. Все. Тушу.